Сулуу сулуу деп коет, сулуу ойдо жеп коет демекчи бүгүнкү коногубуз Кыргызстандын алгачкы сулуу айымдарын катарын толуктап, мырзалардын көзүн бүйгүзүп, жүрөгүн арбаган актриса, модель жана бир кездеги теле алып баруучу Аида Чоткараева болмокчу. Аида Чоткараева, туулган жери Бишкек шаары, бою 170 сантиметр, салмагы 51 килограмм, параметры 88-60, жылдызы эгиздер. Жетишкен ийгиликтери: Мисс Айчүрөк, Мисс Мен Эң Мыктымын, Мисс Борбордук Азиядагы Америка университети жана Вице-Мисс Кыргызстан 2007. Тартылган тасмалары: Ашыктык асманындан. Мама, у тебя такие связи, такие клиентки. Ты же все можешь сделать. Я должна поехать, мама. Если я не поеду, я что-нибудь сделаю. Сулулар жана миллион. Очень любит сильных мужчин. Тартылган клиптери: Амир Аскаровтын «Сени эстеп» жана «Алдадың», Тилек Канеметовтын «Йол Number One», Беканын «Гламурная жизнь» клиптерине тартылган. Жайдары көздөргө, шайыр мүнөзгө ээ модель жана актриса Аида Чоткараева алгач балалыгы, үй бүлөсү тууралуу кеп баштады. Я родилась 19 июня, родилась здесь, в городе Бишкек. Родители у меня тоже из Бишкека. В семье, получается, я старшая дочка. У меня еще есть братишка, ему 17 лет, он сейчас студент. Ну, мы живем вчетвером. Я, папа, мама и братишка, получается. Я в детстве была очень спокойным ребенком, неразговорчивым, совсем никогда не общалась с незнакомыми людьми, например. Такая очень была послушная. В школе я была всегда отличницей, такая всегда была, как говорят. После учебы я поступила в ВУЗ, в Американский университет Центральной Азии, на факультет, получается, банковское дело и инвестиции. Вот закончила недавно, пока я была студенткой, поездила по странам, по некоторым, вот была в Штатах, недавно съездила в Японию на стажировку. В основном по учебе, иногда бывает просто как туристы, мы с родителями любим путешествовать, бывали в Эмиратах, в Таиланде. Дүйнө аралай саякаттоону жакшы көргөн модель жана актриса Аида Чоткараева өзүнүн көрүп келе жаткан модельдик бизнеске балапан курагынан эле кызыккандыгын билдирди. Я всегда с детства мечтала. Буквально мне, наверное, было 5 лет, когда я очень любила смотреть показы зарубежные, очень любила зарубежных моделей и всегда представляла, как я, когда вырасту, буду ходить по подиуму. Вот, и всегда подражала их походке. Я же говорю, в детстве очень любила подражать. И родителям тоже показывала эту походку. Я говорила: мама, смотри, как модели ходят. Ну и ходила по комнате, им это так нравилось. И когда гости приходили, мама усаживала, получается, всех за стол, они все сидели. И мама меня звала: Аида, покажи, как ходят модели. Ну я, конечно, была маленькая, наверное, получалось неуклюже, они все очень смеялись сюда надо мной. Вот. Было такое развлечение у нас домашнее. Лицейде окуп жүргөн кезинде эле Мисс Айчүрөк намына ээ болгон Аида Бийкеч 15 жашында эле модельдик мектепти аяктаган. Бирок аны жогорку окуу жайды бүткөндөн кийин гана аркалай баштагандыгын айтат. Ал эми биринчи жолу эл алдында чыгып подиумда басканы али эсинде. Первый раз это самый, наверное, незабываемый раз, мне кажется, для любой модели. Самый волнительный. Мне, например, было очень страшно. Да, у меня был первый выход на неделе моды, это было весной 2009 год, по-моему, это был, точно не помню. Но это было дико страшно, это было как на автомате, потому что, я помню, я вышла, огромное количество софитов, яркий свет, очень много народу, это происходило еще в Русском драмтеатре. Я просто на одном дыхании, да, это все прошло, и я так с облегчением вздохнула, когда уже зашла за кулисы. На подиум я, слава богу, не падала, но хотя бывает очень много случаев, когда там модель спотыкается, да, скажем. У меня один раз было так, что у меня немного выскользнула туфелька, но, слава богу, как бы это было незаметно, я опять прошлась, и все было нормально. Есть поклонники, которые приходят на мои показы, когда я участвую в неделях моды, они мне дарят цветы, передают. Очень приятно получать такие подарки, такие знаки внимания. Я всегда сохраняю. Для меня всегда как бы подарки – это такая память трепетная. У меня есть специальная дома коробочка, я туда сохраняю, все подписываю, от кого, какая дата, когда это было, зачем подарено. Азыркы учурда Кыргызстанда модельдик иш жакшы өнүгө элек, бирок келечекте алдыңкы мамлекеттерден болот дейт. Я считаю, что модельный бизнес, он пока находится на начальной стадии развития. Но я надеюсь, конечно, что через несколько лет мы тоже станем такой передовой страной, там, скажем, как
как в Европе, да, или как в Америке, что у нас будут большие показы с участием звезд. Я очень на это надеюсь. У меня бывают рекламные съемки для социальных роликов. Обычно это неоплачиваемые съемки, просто рекламный ролик, он несет в себе какую-то определенную идею, да, такую социальную. И, например, когда интересно, есть интересная идея у ролика, я работаю бесплатно тоже. В модельном бизнесе самое главное – это упорство. То есть даже если где-то, скажем, модели отказывают, нужно не останавливаться, идти дальше, идти на другие кастинги, участвовать в проектах, которые предлагают. И я думаю, для модели очень важно еще также ее поведение для модели, да, то есть нельзя капризничать, нельзя говорить там, что мне что-то не нравится, нужно всегда быть такой лояльной ко всему, как бы, ко всему готовой, не в плане того, что когда заказчик, он, ну, выбирает модель, он, ну, как бы, как сказать, хозяин-барин, да, не спорить с заказчиками, например. Негизи модель болуу үчүн 90-60-90 параметрине ээ болуш керек деген кеп бар. Ал эми Аида бийкечке дене мүчөгүзгө кантип кам көрөсүз деген сурообузга төмөндөгүдөй жооп узатты. Я такую жесткую диету не держу, в принципе, никогда я не держала. Единственное, я стараюсь не есть мучное, сладкое. Я себе позволяю, но в таких небольших количествах. И я стараюсь не есть после 8 вечера, например, не наедаться на ночь. Фитнесом тоже временами занимаюсь. Это аэробика, шейпинг, акваэробика. Но это нерегулярно бывает у меня. Кемчиликсиз адам болбой демекчи, сулулук десе сулулук, акыл десе акылытынук. Айда бийкештин кемчилиги эмнеде? Моим главным недостатком я очень люблю спать. Да, я очень люблю спать, я ужасная сонная, я могу все проспать, потому что для меня сон – это, не знаю, такое время, именно когда я отдыхаю. И я могу, например, в день, мне мало, мне не хватает 8 часов. Я обычно в среднем в день сплю 10 часов. Бывает, я могу проспать 12 часов, так что, ну, наверное, самый мой такой главный недостаток, потому что за это время можно было много чего успеть. Подиумда келле баскан айымдар үчүн сырткы келбет кымбат эмеспи, ал эми Аида Бийкеш мен үчүн адамдык сапат биринчи орунда деп тама айтты. Вы знаете, я, например, считаю, что, конечно, важнее это качество характера, поведение человека, отношение человека, потому что я, например, считаю, что красота – это все равно приходящее, уходящее, правильно? Красота, она может быть в 20-30 лет, но уже, ну, мне кажется, все равно о человеке судят именно по его душевным качествам. Модельная жизнь, это, конечно, требует очень много времени, да, очень много труда, постоянные кастинги, нужно постоянно следить за собой, то есть в основном работать над собой, над своими качествами, над своими внешними данными. Как вы знаете, нельзя полнеть, да, соблюдать определенный там режим питания, режим вообще дня. Ну и, ну, конечно, это все воздается, когда ты выходишь на подиум, видишь, как люди на тебя смотрят, вспышки фотокамер. Это все окупается. Банк иштери боюнча кесиптен ээси Аида Чоткараеваны бир катар тасмалардан, клиптерден да көрүп келебиз. Бирок кантип кино жаатына аралашып калганы биз үчүн да кызык болду. А вообще, получается, я начала в 2005 году. Я тогда училась на втором курсе, по-моему, да, в американском университете. Я пришла на кастинг «У любви свои небеса» у нас по университету, развешивая объявления. И поехала просто на кастинг, прошла фотопробы, потом мне позвонили, пригласили на видеопробы, потом еще видеопробы, так несколько видеопроб было. В общем, кастинг длился очень долго, примерно, наверное, полгода, если не ошибаюсь. Да, и уже в конце всего мне позвонили, сказали, что, ну, мы выбрали вас на такую-то роль, и так, наверное, все и началось. Ну, наверное, всегда сложно входить в роль, да, вживаться, потому что обычно мне попадаются отрицательные роли, и мне нужно какое-то время, чтобы войти, да, в этот отрицательный образ, как-то вот его на себя примерить, что ли. Вот в этом немного трудно, да. Но последний самый запоминающийся момент у меня был, мы снимали поздней осенью, было уже очень холодно, мы снимали сюжет для фильма «Красотки и миллион». А там по фильму это вообще действие все происходит летом. Мы там в коротеньких платьюшках, на таких летних, на тонких бретельках. И было жутко холодно, все люди уже ходили в пальто. Но мне пришлось ходить в этом платье, в летнем. Я плюс еще болела, я грипповала.
в тот момент. В общем, для меня это был такой самый тяжелый. Причем съемки длились, наверное, минут 40 или час. Я очень сильно замерзла за это время. Потом еще сильнее заболела, конечно. Но что поделаешь, как говорится, искусство требует жертв. Ар тарапту талантты Нэнси модельдик, актрисалык өнөрүнөн сырткары төмөндөгү иштер менен алектенет. Кроме модельного бизнеса, я еще учусь. Как я уже говорила, да, получаю мини-MBA, плюс я еще работаю. Работаю в международной фирме по логистике. Вот, занимаюсь вообще, ну, я являюсь менеджером по логистике. Я очень сильно устаю, не хватает времени. Наверное, правильный тайм-менеджмент нужен в жизни, чтобы все правильно спланировать, координировать. Я люблю читать, очень люблю книги по психологии. Я сейчас читаю моего любимого автора Карен Хорни «Психология женщины». Ал эми таланттуу актриса жана модель жеке жашоосу тууралуу буларды айтат. Ну, у меня есть молодой человек. У нас с ним очень хорошие отношения, построенные на любви, взаимопонимании и доверии. Вообще мы знакомы на протяжении 10 лет. Просто мы долгое время не общались. А вот последний год мы уже начали строить вот такие серьезные отношения. Келечекте ар бир айымдардай болуп, үй бүлө күтүп балалуу болууну эңсеп келет. Ошол эле убакта балдарына татыктуу эне болсо мындан ашкан бакыт жок экендигин айтат. Басканы сонун Маралдай биздин Алатоонун кыздары ай деген ырсаптарын эстей, Аида Бекеш подиумга Маралдай кериле баскан кадамдары ийгилик жаратса, тартылган ар бир тасма жана клиптери аркылуу эл суктанган адам болсун демекчибиз.